На ринг областного центра Олимпийского резерва единоборства выходили лепшие боксеры 97-98 годов рождения из всех регионов Беларуси. Многие из них имеют за спиной опыт удела в престижных международных споборництвах. Успеховое выступление в першинстве открывает шлях на еще один буйный старт – чемпионат Европы. Однако не только по этой причине турнир притягнул пильную увагу специалистов Федерации бокса. 97 год – это уже тот год, который уже будет участвовать на взрослом ринге. Поэтому мы здесь также их просматриваем, уже смотрим, что для дальнейшего их видения уже во взрослом боксе. На ринг выходили не только юнаки, але и девчаты. Жаночий континентальный чемпионат 2015 уже отбылся, и першинство краины проходит с разликом на будущий год. Для женщин просмотр, только у них не в этом году, у них уже была Европа, а уже к следующему году мы также просматриваем их, чтобы уже пошел всех лучших уже взять на Европу уже в 2016 году. Гомельская область выставила на турнир больше як 20 бойцов. Серьезно рыхтоваться до споборництва почали еще летом. После областного першинства провели тренировочные сборы. Так что команда региона разлишивала на медали. Готовы хорошо, но, на мой взгляд, готовились ребята, прошли хороший сбор. У нас есть лидеры в этих весовых категориях. Мы планируем, что 2-3 человека автобусы должны участвовать на чемпионате Европы. По выниках першинства жаночая команда Гомельской области подтвердила статус одного из лидеров Украины. На рахунку гомельских девчат 3 первые места, 1 серебра и 3 бронзы. Сирот мужчин у своих ваговых категориях наимощнейшими стали Георгий Ворошилов и Александр Халаев. Так само в активе гомельских боксеров 6 бронзовых узнагород. Максим Савин, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания Гомель.